читателя централизованной системы библиотек города Курска. 15 мая в этот замечательный день отмечается прекрасный праздник – Международный день семьи. Семья – это самое главное, что есть в жизни у каждого из нас. Семья – это родные люди, те, кого мы любим, о ком заботимся, кого хотим сделать счастливыми. И сегодня в рамках творческого проекта «Посиделки» мы сделаем аппликацию «Символы семьи». Для изготовления поделки нам понадобится цветной картон, цветная бумага, карандаш, клей и ножницы. Итак, приступим. Выбираем любой фон. Это будет цветной картон. Далее делаем голубя. Для голубя нам понадобится из белой бумаги вырезать тело и крылышко. Обводим по шаблону. Такое туловище у нас получилось. Далее вырезаем крылышко и приклеиваем его к туловищу. Для того, чтобы крылышко получилось объемным, его надо вот тут подвернуть. Сворачиваем и приклеиваем. По аналогии делаем и второго голубя. Размещаем их на нашем картоне. Из коричневой бумаги вырезаем ствол дерева. И тоже размещаем его на картон. Создаем композицию. Также вырезаем из зеленой бумаги листики для нашего дерева. Понадобится около 15. Опять же, все размещаем, сначала мы приклеиваем, чтобы увидеть конечную композицию. И вырезаем ромашку. Желтой серединкой. Начинаем все приклеивать на картон.
Для того, чтобы композиция была более объемной, необходимо листики приклеивать только у основания. Теперь приклеиваем ромашку. И ее серединку. Далее можно нарисовать клювик и глазик голубя, а можно их вырезать и приклеить. Вот такая аппликация у нас с вами получилась. Попробуйте, у вас все обязательно.